Едва ли не самое массовое спортивное мероприятие в Соликамске за последнее время. Бег объединил начинающих и опытных атлетов, а взрослых и детей. Этим мероприятием мы привлекаем внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями. Но мы должны не забывать про себя, что правильный образ жизни, спорт – это надежное наше здоровье, надежное долголетие. Благотворительные забеги открывают грандиозная разминка. Здесь каждый убежден, что лучшего способа встретить утро субботы попросту не существует. У меня такое ощущение, что сюда пришел практически весь Соликамск. И в едином порыве они хотят участвовать в этой акции, подарить заботу, внимание детям с ограниченными возможностями, ну, естественно, приобщиться к здоровому образу жизни. Забег, а если бы точнее забеги, благотворительные, стартуют на разные дистанции, 100 и 250 метров. Главное – это участие. Собранные средства будут направлены общественной организации детей-инвалидов «Луч». Я хочу сказать огромное спасибо всем театрам, людям, которые провели этот праздник, которые организовали его. Огромное спасибо и крепкого здоровья всем. Средства будут направлены для нескольких семей для покупки лекарства, которое не входит в перечень бесплатного, но очень необходимо ребенку. Они объединяют семьи, объединяют людей и оставляют неравнодушными чужие проблемы, чужие бюджеты. Семья Рыковых также решила присоединиться к пробегу. Сегодня она, пожалуй, самая многочисленная. 250 метров пробежали все вместе. Ну, мы стараемся всем составом всегда участвовать на всех мероприятиях города. Мы и бегом, и велосипедом, и лыжами, мы всем. Не остался в стороне и главный инженер 3-го Соликамского родоуправления Андрей Шпилевой. На старт он также вышел со своей семьей. Ну, хотелось бы отметить, конечно же, в первую очередь мужество и силу воли детей, которые здесь присутствовали и участвовали в забеге. Значит, нам, значит, взрослым, в первую очередь, есть чем у них поучиться. И, конечно же, мы должны поддерживать такие мероприятия. А вот и кульминация сегодняшнего мероприятия. Забег на 2,5 километра. Участники стартуют на стадионе ФОЦ, после выбегают на улицы Клистовки. Вне зависимости от показанных результатов, все получат вот такую вот медаль. Многократный чемпион мира по легкой атлетике среди полицейских и пожарных Роман Коваль первым прибежал и сегодня. Впрочем, по словам Романа, для него главное – это атмосфера праздника и возможность помочь тем, кто нуждается. Очень рад, что это происходит в моем родном городе. Я всегда мечтал поучаствовать в таких мероприятиях. Тем более, я раньше жил вот здесь, вот в этом доме, и всегда смотрел на этот пустырь и думал, когда же здесь построят стадион. И вот он есть, и очень рад, что происходят такие события у нас в городе. Все участники без исключения получили медали. Многие выразили надежду, что благотворительные забеги станут доброй традицией нашего города. Алексей Запутреев, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».